Привет, YouTube, с вами Ваня, и мы продолжаем играть с модом Миллионер. Так, ну, развивал эту деревеньку. Давай опять дикие лаги. Вот я не знаю, что с этим Майнкрафтом происходит, но любой мир на определенном этапе вдруг начинает без видимых причин сильно лагать. Так, ладно, давайте смотрим. Ага, и информации никакой нет. В общем, развивал эту деревню, и для дальнейшего развития им понадобилось вот этот ихний, вот этот золотой орнамент. И то есть делается он вот в этом доме. То есть здесь должен быть обитатель. Как написано в вики, то есть у них должен быть вот здесь вот золото и должен быть гладкий камень. Но, то есть я им продал, соответственно, золото, продал камень. Ну, да, ну, кстати, да, то есть первое, с чем я столкнулся, что вот этого здания просто не было в этой деревне. То есть вот уже нужен был вот этот орнамент, но не было вот этого дома в деревне. Ладно, я вернулся в ту деревню, в первую мая. Там такой дом был, но в нем не было рабочего. То есть я какое-то время там тусовался, ждал. Блин. Кстати, о музыке. У меня же тут черепашка работала, а я и забыл про нее. Да. Понятно. Ну ладно, придется ее перезапустить. Это я потом сделаю. В общем, там я тусил. Там так этот чувак тоже и не появился. Как из этой ситуации выйти? То есть, в принципе... То есть, вот. Вот у них сейчас... уже пошло строительство, в принципе, или апгрейд вот этот. То есть у нас вот здесь вот висит вот эта вот штука и как бы все. Но как бы выход из этой ситуации есть. То есть нужно продолжать им продавать cobblestone, там, ну, базовые строительные материалы. То есть в данном случае у них, в принципе, было дерево, был камень. Ну, нужно просто смотреть, чего у них мало. И продавать им. И они как бы в обход вот этой вот очереди. То есть если у них здесь вот даже вот этот дом стоит, но мы дали материалы и хватает там на апгрейд какого-то здания, они спокойно это здание апгрейдят. То есть вот таким макаром в определенный момент они мне построили вот это здание. И через какое-то время в него забежал мелкий пацан. И резко повзрослел и, собственно, стал вот этим вот, не знаю, как его даже назвать. По-английски это называется карвер. Не знаю, не плотник, не это самое. То есть вот, вот они эти штуки делают. Окей, едем дальше. То есть как бы в вики написано, что чтобы сделать вот этот орнамент, нужно... чтобы у них вот здесь был материал. То есть на один такой орнамент, вы только представьте, то есть на один такой блок нужен слиток золота и гладкий камень. То есть 50 золота. Это только вот на это здание. А я так чувствую, дальше еще нужно будет. Ну ладно, золота у меня в принципе маловато, но на это дело я им дал. При этом, ну, продавая золото, я неплохо еще и репутацию себе поднял. То есть, как вы видите, он уже мне доступен, этот квест, которого я так ждал. Но, говорится, квест подождет. То есть, сначала я вам расскажу, как вообще выйти из этой ситуации. То есть, ну, как вы понимаете, просто так бы я рассказывать не стал обо всем этом деле. То есть положил я им это все, продал, все у них лежит в сундуке. И, собственно, ничего не происходит. То есть этот вот чувак, я его сейчас, может быть, даже найду. Он так довольно-таки
колоритно выглядит. Даже не знаю. Вот он, вот. Вот он. Он больше не на майя, он на грека какого-то похож. Или на римлянина. Скорее на грека. Ну так вот. Ну он вот тусует себе здесь. То есть и все. То есть я долго ждал, ничего не происходило. То есть, как вы помните, у нас вон там с деревней индейцев была такая же проблема. То есть у них все есть, но материалы они не производят. Окей. А также в Вики написано, что типа помещение в сундук у него там как бы ускоряет процесс. То есть, ну, воспользовавшись багом. Ух ты, смотрите-ка. А их можно забрать. Странно, они их вроде поставили, но не потратили. Ну и хорошо. То есть, собственно, что мне пришлось сделать? То есть, я взял свой камень и свое золото. Вот так вот колесо мыши крутя, видите, оно переходит в мой инвентарь. И точно так же я могу обратно. То есть я отсюда забрал 50 слитков золота, 50 этих самых. Ну, давайте, чтобы не быть голословным. У меня золота, кстати, мало осталось. Надо будет на базу вернуться. Так, и давайте возьмем еще гладкого камня, которого у меня, кстати, тоже осталось мало. Так, и в принципе, я клал и в этот сундук, и в этот можно класть. Вот, кладем. Сейчас прибежит этот чувак и сделает этот орнамент. Вот он уже бежит, видели? Вот он тут сделал халай-махалай. Потом надо обязательно дунуть. И вот он сделал этот орнамент. Но, опять же, то есть деревня не видит, что здесь этот орнамент есть. То есть, по идее, то есть вот как с карьером там или с другими. У норманов, например, это прекрасно работает. То есть здесь должны бегать курьеры, и они из этих зданий должны забирать продукцию и относить на общий склад. Точно так же, как и с общего склада носить материалы. То есть, получается, у индейцев такая проблема. То есть, теперь мы знаем, как ее обойти, скорее всего. Возможно, мы это как-нибудь даже провернем. То есть, чтобы все закрутилось, нам нужно, опять же, таким читерским способом забрать эту вещь. И все-таки я тут работал, поэтому... Ух ты, что-то у меня их как много. А тут стало 51. Ну и бог с ним. Я даже думаю, знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, у них вообще их заберем все. Потому что в следующий раз, если они... О, им нужен каблстоун. Ну, нас это не интересует. То есть, в принципе, мы достигли... Так, давайте возьмем паучий глаз. Блин, гнилой флеш. О, гнилой плоти что-то у меня мало. Так, что там еще-то нужно? А, нужны кости. А не перемолол ли я все кости в муку? Вот это будет номер. Так, а нет, отлично, кости есть. Ага, и гнилая плоть есть, отлично. И наступила ночь. Мать вашу, а? Долго слишком разговаривал, ну ладно. То есть вот такие вот неприятные косячки имеет в себе этот мод. Так, чё? Давайте. Так, что-нибудь бы... Ну, руды всякие нам не нужны.
Так, где у нас торговка? Давайте мы продадим Cobblestone, пусть они пока развиваются. Не знаю. Возможно, мне это понадобится зачем-нибудь. Так. Черепашку я не хочу с собой таскать. Давайте ее оставим здесь. Подготовим ее к запуску. Так, тут я не помню, по-моему, 8 на 8 я копал. Так, ну что ж, давайте приступим к квесту. То есть все необходимое для квеста у меня в инвентаре. Так, вот он. Стой, стой, стой. Так, берем квест. Так, то есть нужно подготовить пожертвование богам. Они предоставят мне больше информации. Ты мне нужен, чтобы принести приемлемые дары, там предложения, не знаю. Так, так как мы больше не можем использовать человеческих, ну, людей заключенных. Remains of the Demon. Ну, короче, мобы. Так. Ну, в принципе, мы ему... Так, Так, давайте я сейчас возьму планшет и прочитаю, что у нас там дальше. Приготовление к войне. Так. Так, короче, мне здесь нужно будет сделать два железных шлема, два нагрудника. Короче, два комплекта брони и четыре железных меча. Окей. Окей. Я думаю, здесь основная проблема будет с местом. Так, блин, заблудился. Так, давайте-ка. А, Cobblestone, кстати, можно им обратно впарить. Давайте выложим нафиг все, что нам не нужно. Чаркол, нет, чаркол оставим. Могут понадобиться факелы. Так, Cobblestone. Cobblestone мы им сейчас продадим. Так, этот тоже пусть тут полежит пока. Нормально. Так, что у нас по железу? По железу у нас все отлично. Так, а так железа нет, что ли? Нету. Так. Блин, и дерева нет. Кстати, а дерево мы у них купим. Нам хватит. Так, значит, так, не, вот так. А, блин, я уже забыл, по-моему, 4 меча надо. Так, 4 меча и 2 комплекта брони. Так, что-то тут... Так, ага. Блин, так места может не хватить.
Тютелька в тютельку. Так. Где этот чувак? Так. Забрали. Отлично. Так, ну пока квест готовится, давайте почитаем, что нас ждет дальше. Следующий квест называется «Лагерь». Так. И попутно... Ага, он уже нам дал, ну ладно. Смотрим. Угу. То есть здесь мне придется искать какого-то шамана. Так. Странно, здесь квест по-другому называется. Блин, а это точно тот квест? Здесь вот квест называется The Camp. Ну, вроде вот это, у этого чувака мы все брали. Смотрите, он уже бегает в нашей броне. Он уже бегает в нашей броне. Так, что-то мы тут можем изучить. Давайте потратим наши очки дипломатии. Так, ну давайте посмотрим. Может, здесь что-то перепутано. Нет, я таких квестов не вижу. Джавкар может быть найден в джунгли или в джунглях или в лесу. Так, лагерь наполнен военными, вооруженными и в кожаной или в кольчужной броне. Даже у одного из них алмазная броня есть. Так, так, так. Так, у них я найду ячейку. Это ограду, похоже, железный Iron Bars. И портал в ад за железной дверью. Открой сундук рядом с порталом. Возьми слезу Гаста, а затем вернись к шаману. Так, ну... Давайте посмотрим теперь, что нам в игре говорят. Так. Ой, я что-то ни хрена не понял, что здесь написано. Так. Так, я не имею достаточной информации.
Ага, ну вот есть хоть какое-то упоминание. Так, лагерь в лесу или в джунглях? Ну да, видимо, квест переименовали, вики еще не обновили. Окей. Что же, так, у нас осталось буквально 10 минут записи. Давайте, наверное, на этом закончим. В следующей серии я отправлюсь искать... Да, точнее, нет. Я, наверное, отправлюсь искать этот лагерь сейчас. А следующую серию мы начнем уже в этом лагере. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.